Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. На этот раз вот такая вот коробочка. Вскрываем и посмотрим, что у нас здесь. Так, а здесь у нас приставка, телевизионная приставка. От TV Box 4K. Здесь у нас какие-то характеристики, описание, вернее. Так, отправлена она у нас 1 июля, получается, да? Добиралась месяц. Заказывал на сайте GearBest. Чем мне привлекла внимание эта приставка, она должна быть с дисплеем. Так, вот так вот оно у нас упаковано. Конечно, так, если сравнивать с... Так, у нас здесь вот экранчик должен быть. Вот такая вот приставка. Так, смотрим, что у нас там еще внутри. В отличие от AliExpress, AliExpress как-то получше запаковывает свои посылки. Стоимость данной приставки $25. Сайт GearBest. Так, блок питания у нас с нашей уже вилкой. Так, здесь у нас пульт управления. И HDMI кабель. Так, больше ничего нет. Еще есть инструкции. Android User Manual. Русского языка, к сожалению, нет. Ну, вот такая вот бандероль. Сайта GearBest. Долгое время я пытался использовать Raspberry, но как-то думаю, попробую, закажу что-то новенькое. Как будет с ним работать? Это T95M модель. Здесь экран, а там еще есть модель, по-моему, T95 с двумя антеннами. Но это дешевле. А, и та еще в металлическом корпусе. Это пластмасса. Пластик обычный. Как видим, здесь у нас питание HDMI. RJ45. Или вот питание. Или вот это питание. В общем, как-то так. И вот здесь на тыльной стороне у нас два USB. OTG и карта памяти. В общем, ссылку приложу в описании. Кому интересно, сайт GearBest. Заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.